Всем привет, ребят, меня зовут Гриша, сегодня играем в Майнкрафт. Сегодня я прокачусь на сокольнической линии московского метрополитена. И сегодня будем пытаться ловить ретро-поезд. Сегодня будем кататься на метро и будем ловить ретро-поезд. Итак, вот мы находимся на станции бульвара Косовского. И вот на верную сторону коммунарок отправляется. Вот, который отправляется. Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Чергидовская. И да, ребят, есть еще одна новость, что ретро-поезд вернули все-таки на Сокольническую линию. Он хоть теперь ходит, как всегда, эксплуатируется. И сейчас, ребят, знаете что? На данный момент на Сокольнической линии может встретить два типа подвижных составов. 81-117 номера, которые уже остались в меньшем количестве. И Москва 2019. Вот. А русичи? Русичи, русичи раньше тут тоже ходили, но среди с чем, что на Арбатско-Покровской линии в депо из Митина была проблема с обслуживанием метровагонов 81-740.4 Русич, которые были с кольцевой линии перенесены на Арбатско-Покровскую. Была проблема. И все русичи на Сокольнической линии .1 решилось их обратно переносить на АПЛ. И поэтому теперь может встретить номерной и Москва 2019. Например, если смотрите, ребята, если, смотрите, теперь можно определить поезда. Поезда можно определить так. Если в тоннеле желтый цвет, это значит номерной. Если виден белый цвет, это значит Москва. Вот. Ну, смотрите. Ну, еще бывает, что ретро-поезд также с белым, со светлым цветом. Вот. Ну, это только ретро-поезд. И вот поэтому, ребята, тут только и два тематических поезда еще ходят. Москва. Ну, какая Москва? Номерной Красная Стрела и номерной Ретро. Так что, ребята, будем ловить ретро-поезд. Кстати, ретро-поезд номерной, правда, сделан под тип А. Ну ладно, ребят, погнали, будем ловить поезд. Ретро-поезд здесь. Попробуем поймать. Смотрите, ребята, вот с другой стороны, где посадки нет, прибыла Москва 2019. Блин, ну он же сейчас развернется и сюда приедет. Бля, как мне не повезло. Ну ладно, кстати, ничего страшного. Не оставляйте их без присмотра. Блин, ну ладно, подождем ретро-поезд здесь, попробуем. Пи-пи-пи-пи. Все, он сейчас разворачивается будет сюда. Так что давайте готовиться. Блин, Москва. Да блин, не хочу на Москве. Мне нужен ретро-поезд. Осторожно, двери закрываются. Пип-пип-пип-пип-пип. Ну все, поехал этот на Черкизовскую. Пока, Москва, я не хочу. Ладно, давайте ждать следующий. Ну, окей, будем ждать следующий поезд. Посмотрим, что там будет на этот раз. Бульвар Рокоссовского. Красивая станция, но Москву тут до хера тут Москва ходит. Вот, ребят, знаете что? Вот сейчас вот русичи принесли на АПЛ. Сейчас часть номерных. Знаете, что вот в планах на Замоскворецкой линии вот сейчас будет заменять в 2024 году на. Это у меня в Майнкрафте, короче, происходит. На Москву 2024.
А вот те номерные с Москвы скрини будут переносить на Сокольническую линию. Поэтому номерных будет как-то увеличиваться количество номерных. Также будет на Архангельско-Троицкую линию, или как там, Троицко-Архангельскую линию, хуй знает вообще. Я не знат по московскому метро, я знаю там, питерское метро знаю и все. Московское метро я так себе интересуюсь, раз за Сокольнической линией. Ну окей, давайте ждать следующий поезд. Что там будет, интересно? Поезд. Блин, там опять Москва. Да блин, да что такое? Мы опять Москва приехала. А знаете что, ребята? Я предлагаю так. Давайте с вами один перегон прокатимся на Москве. Один перегон на номерном. Один на красной стреле, один на ретро-бойсе. Ну, красную стрелю, конечно, стреле. Будет отлично, все четыре состава. Осторожно. Двери закрывается. Пип-пип-пип-пип-пип. Следующая станция Черкизовская. Уважаемые пассажиры, вы не заняты травм. Держитесь за поручни. Станция Черкизовская. Следующая станция Преображенская площадь. Уважаемые пассажиры, уступайте места пассажирам и детьми, инвалидам, лицам пожилого возраста и беременным женщинам. Осторожно, двери закрываются. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Уехала Москва. Ждем следующий дальше поезд. Будем ловить здесь ретро-поезд. Смотрите, ребята, если не получится поймать ретро-поезд здесь, то я тогда может дополнительный видос. Смотрите, ребята, если здесь приедет ретро-поезд, то тогда мы сядем на него. Обратную сторону проедем, потом приедем туда снова. Блин, ну мне хочется ретро-поезд поймать, реально. Я реально хочу ретро-поезд поймать. Ну посмотрим. Будем смотреть, что там приедет. Что там приедет? Блин, опять Москва. Да что такое? Сколько тут Москвы вообще ходит, а? Мне вот нужна. Мне вот нужен ретро-поезд. Ладно, пропускаем. Осторожно. Двери закрываются. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Уехала Москва. Ждем дальше. Блин, я хочу на ретро-поезде. Приедь ретро-поезд, хотя бы, пожалуйста. Ну или номерной обычно, ладно уж. Ладно, будем ждать дальше. И, ребят, я принял решение, что сейчас на ретро-поезд ловить бесполезно. Поэтому сейчас мы прокатимся на 81717 номерной. Ну да, кстати, он обычно приехал, ладно. Уважаемые пассажиры, уступайте места пассажирам и детьми, инвалидам, лицам пожилого возраста и беременным женщинам. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Преображенская площадь. Станция Преображенская площадь. Следующая станция Сокольники, переход на линию 11. Уважаемые пассажиры,
Будьте взаимно вежливы. При нахождении в вагоне снимайте рюкзаки. Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция — Сокольники. Метромост надеялся их. Станция Сокольники. Следующая станция Красносельская. Уважаемые пассажиры, во избежание травм, держите за поручни. Станция Сокольники. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Красносельская. Пока номерной. Номерной ехал. Сейчас ждем следующий поезд. Надеюсь, ретро-поезд, пожалуйста. Я хочу ретро-поезд. Он актуальный. Ребят, знаете, что тут прям со станции, короче, Сокольники поехали на ретро-поезде. Кстати, ребят, завтра иду на площадь Восстания, на красной ветке, красной технологии. Я планирую завтра поймать ЕМА-502, буду ловить завтра. Смотрите, ребят, если... Ну, завтра юбилейный, либо ИМА, балтийцы, понимаете, в выходные не ходят. Ну, я там слышал однажды выходной день, когда на Витебск ехал. Я в субботу ехал где-то, да. И там был балтиец, слышал там по звукам. Да, может, запустили. Скажите, пожалуйста, запустили ли балтиец выходной день, либо это балтиец рекламный. Смотри, ребята, если там юбилейный проедут, три... Юбилейник, потом будет ЕМА, четвертое видео. Но если будет Балтиец, смотрите, если будет реклам Балтиец, то ладно, на нем поеду, на обратном пути буду ловить ЕМА. А если обычно, то нет, я буду ловить ЕМА 502. Все. Ладно, короче, ребята, отвлеклись, будем ждать наш ретро-поезд. Тут раньше были такие светильники, но их потом сняли. Ну, короче, так вот. Ладно, ждем следующий. Ребят, тут какой-то... Номерной обычно опять-таки это в сторону Рокоссовского идет. Будьте своевременно вежливы. При нахождении в вагоне снимайте рюкзаки. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Преображенская площадь. Уехал номерной, ждем наш ретро-поезд, там что приедет. Пожалуйста, ретро-поезд. Это вижу белый свет, блять, это Москва. Нет, ждем дальше, я на Москву второй раз не поеду. Осторожно, двери закрываются. Пип-пип-пип-пип-пип. Уехала Москва. Ну окей, ждем дальше. Надеюсь, номерной приедет, в конце концов. Я не хочу на Москве, я хочу номерной. Тьфу, я хочу ретро-поезд, точнее. Номерной уже катался на нем. Ждем дальше. Что-то, ребята, знаете что, ребят, брендов тут, кстати, довольно... Тут обычные номерные, они ходят довольно чаще, чем брендовые номерные. Где брендовый номерной? Будем ждать, окей. Свет заведен, блин, номерной. Брендовый номерной уже в этот раз. Поймал все-таки бренд в этом видео. Но я поеду на ретро-поезд, лучше дождусь здесь. И будьте своевременно вежливы. При нахождении в вагоне снимайте рюкзаки.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Краснопресненская. Красносельская. Уехал брендовый номерной. А мы ждем дальше следующий наш номер, наш ретро-поезд. Я так хочу на нем прокатиться, если честно. Ну, давайте посмотрим, что приедет к нам. Ни хрена себе, первый минопоезд. Красный стрел, жалко не ретро-поезд. Ну окей, поехали. Уважаемые пассажиры, во избежание травм, держитесь за поручни. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Красносельская. Станция Красносельская. Следующая станция Комсомольская. Раковая связь, осторожно. Ни хрена себе, тут сразу качество сказал. Итак, раз, смотрите, если сейчас попадется, ну сейчас либо номерной, либо Москва попадется, я думаю, да? Ретро-поезд вряд ли попадется сейчас. Смотрите, ребят, возможно, ретро-поезд здесь попадется, на этой стороне. Если на этот попадется, то мы тогда на Сокольники поедем, как раз будет идеально. Вот поедем на старом номерном, будет старый все совпадать. Ну ладно, ждем следующий поезд. Ну-ка, давайте посмотрим, что нам приедет. Белое освещение. Неужели? Неужели ретро-поезд попался? Реально, ребят, смотрите, ретро настоящий. Окей. Следующая станция Комсомольская. Открывайте дверь с оружием. Нет, ребят, реально класс. Мы ретро поймали. Станция Комсомольская. Выход. Комсомольская следующая станция Красной Вороты. Чё-то, ребята, я не накатался на ретро-поезде. Сейчас я до библиотеки имени Ленина, думаю, докатимся. Или давайте, ребята, до парка культуры. Ну, я думаю, до библиотеки имени Ленина будет как-то нормально. Прокладь себе все равно, будьте внимательны. Станция Красные Ворота. Следующая станция Чистые пруды. Закрываемся двери осторожно. Чистые пруды. Следующая станция Лубянка. Как там машинист как бормочет, что-то непонятно. Я еще голос охрип, что-то много говорю.
Ну, хрен, знаете, чем я в шоке? Тем, что, смотрите, ребят, было сейчас номерной красной стрела, потом был с красной стрелы сразу не ретро-поезд. Ребят, как так возможно? Давай минных поездов подряд. Закрывайте двери, осторожно, следующая станция Лубянка. Следующая станция Потный ряд. Лубянка. Сейчас входный ряд, потом наша станция библиотека. Менделеев, где мы, собственно, выходим? Рагон, посадка на сто раз дверь закрывается. Охотный ряд. Следующая станция библиотека Медведя. Рафа, дверь открывается. Станция библиотека имени РЭП. Следующая станция Коровьевка. Приехали на библиотеку имени Ленина. Ну и, собственно, вот так вот прокатились. На ретрике. Ну, да, так. О, красота какая. Это реально тематика. Красота просто. Рагова, связь, сразу. Ой, фарад какой громкий тут. Уехал ретро-поезд. Ну давайте, ребят, погуляем чуть по этой станции. Я буду садиться на обратный поезд. Ехать до Рокоссовского. Ну и так. Сейчас посмотрим, что за поезд там приедет. На прибывающий поезд посадки не дадите, открой платформу. Ни хрена себе, с энергией. Вот как мне повезло. Сегодня какой-то вообще удачный день. Сначала там номерной Москва, сейчас уже даже с энергией словили. Не мало, не то, что ретро-поезд, еще и с энергией прям. Уважаемые пассажиры, на прибывающий поезд по направлению станции Бульвара Косовского посадки нет. Отойдите от края платформы. В сторону станции Бульвара Косовского отправится следующий поезд. Будьте внимательны. На поезд в сторону станции Бульвара Косовского посадки нет. Отойдите от края платформы. В сторону станции Бульвара Косовского отправится следующий поезд. Уехала с энергии. Ну вот так, ребят, сегодня мы поймали такие поезда. Мы все тут поезда поймали. Номерной бренд. Москва 2019. Ретро-поезд на худой конец. И красный стрелу номерной. Даже прокатились. Ну и даже с энергию поймали, причем. Классно, да? Ладно, ребят, будем заканчивать. С вами был Гриша. Всем пока. Спасибо за просмотр.